«Служу Отечеству». Так называется песня художественного руководителя ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, народного артиста Российской Федерации, генерал-лейтенанта Валерия Халилова, трагически погибшего вместе со своими артистами, направлявшимися для концерта в Сирию. «Служу Отечеству» – девиз тех, кто, не щадя своей жизни, воинской доблестью и каждодневным трудом отстаивает благополучие и стабильность нашего государства, приумножает мощь и славу великой России. «Служу Отечеству» – это главные слова всех российских воинов. «Служу Отечеству» – негромкие слова, в них и любовь, и мужество, и сила, и гордость предков навсегда жива. Служить Отечеству – наш долг перед Россией. Учения, привалы, походы нас ждут непростые пути. Но как не мечтать в наши годы по этим дорогам пройти? Когда-то и мы станем старше и будем присяге верны. Не просто мальчишки на марше, солдаты великой страны. Yeah.